Участники конференции, представители администрации Анапы, депутаты Совета города-курорта, активисты общественных объединений, научно-педагогические работники, студенты. Важность темы конференции отметил мэр Анапы, кандидат исторических наук Сергей Сергеев. В целях постоянного взаимодействия, диалога власти и национальных диаспор, религиозных конфессий, у нас создана и работает постоянно действующая межведомственная комиссия по вопросам межнациональных отношений. Общественный совет при главе муниципального образования, где представители национальных общин взаимодействуют с органами местного самоуправления, правоохранительными органами, друг с другом в открытом диалоге. Вопросы межнационального согласия выносятся на повестку дня Советов общественности, которые плодотворно работают в 10 сельских округах города-курорта и 5, можно назвать так, микрорайонах самого города. Профессор, директор анапского филиала РГСУ Елена Цибулевская выступила с докладом о механизмах реализации государственной национальной политики на местном уровне. В ходе конференции рассматривались важные вопросы: как достичь межэтнической и межконфессиональной стабильности, какие формы и методы профилактики применять против экстремизма в молодежной среде. Итогом конференции стало обращение участников к анапчанам с призывом активизировать сотрудничество представителей национальных диаспор, пропагандировать традиционные этнические ценности народов Юга России и противодействовать экстремизму в религиозно-политических взглядах. Лариса Басова, Алексей Мухортов, Анапа регион.